В общем, нас сейчас ждет гость, с которым мы как раз-таки о внешнем виде и поговорим. Можно поговорить. Пройдем к нему прямо сейчас. А в гостях у нас сегодня Андрей Шерков, главный тренер проекта «Акулья сушка». Это очень крутой проект, который запускается на Первом Крымском. Ну, подробнее о нем расскажет. Да, что это вообще такое, узнаем. Что это, да, за бублик, который любит акулы, или что? Вот уточним максимально подробно. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Расскажите, что это за проект такой «Акулья сушка» и почему именно такое название? Это второй реалити-проект на Первом Крымском телеканале. Первый у нас был 3 года назад, назывался «Бои белых воротничков». И вот мы решили, чем еще можно удивить нашего зрителя, чем заинтересовать и что полезного сделать именно для него. И выбрали такой, я скажу, это все-таки, наверное, фитнес-проект, проект о здоровом образе жизни, который будет называться «Акулья сушка», проект, где люди будут худеть, худеть за бабло. А почему «Акулья сушка»? Потому что меня в мире спорта Крыма знают как акулу, и сушка, получается, которую я помогаю провести, я автор проекта, поэтому и назвали «Акулья сушка» Андрей Шерков. То есть пройдет сушка в строгости, да, по акульям правилам? Вы знаете, очень много у нас интересных лиц, интересных людей, которые будут проводить этот проект. Что только можно сказать об Иване Подрезе, это известный российский севастопольский пауэрлифтер, который смог за последние 8 месяцев похудеть на 70 килограмм. Ваня весил 190 килограмм, сейчас он весит 120. И зрители, которые будут следить за нашим проектом, увидят, насколько он сильно изменился, какой он позитивный, жизнерадостный, интересный сейчас человек. А тренер групповых занятий, ну это вообще у нас чудо обаяния и хорошего настроения. Фокам, ну, Карл Патрик. И пусть Патрик сам весит 150 килограмм, но люди могут посмотреть, насколько с этим весом можно легко, быстро двигаться, вести групповые занятия. Патрик работает тренером и заниматься единоборствами. Ну и тренера у нас будут 6 тренеров, лучших тренеров, как, по моему мнению, из лучших тренажерных спортивных клубов города Симферополя. Поэтому и эти ребята, которые проявили себя уже в спорте, поделятся опытом с нашими участниками. Ну, я так понимаю, что кандидатуры все набраны в качестве участников или есть еще вакантное местечко? Нет, вакантных мест еще очень много. Почему? Потому что кастинг пройдет. На тот телефон, который увидите сейчас на экранах, можно звонить и присылать свои видеообращения буквально на минуточку. Почему именно вас мы должны выбрать? Почему именно вы будете участвовать в проекте «Акулья сушка, похудейте за деньги»? Почему будут люди худеть, грубо говоря, с лучшими тренерами и при том еще и за деньги, да? Да, но это главный приз, это мотивация. Вот я о себе всегда думал, за что бы я так похудел? Конечно, за деньги. Вот это мотивация. А на самом деле призами будут у нас награждены все участники проекта. Мы даже отметим и обязательно и лучших тренеров проекта, которые у нас будут. Это позитивное реалити-шоу, где мы хотели бы показать эмоции, хотели бы показать преодоление себя. Но на первом месте все-таки, наверное, это то, что люди должны увидеть. Люди, которые сидят дома, люди, которые, может быть, поставили на себе крест. И у них сложная ситуация в жизни. Поверьте, сейчас видеообращение мы просматриваем, и большое количество уже есть претендентов. На самом деле абсолютно разные у людей задачи. Им надо показать, что нужно заниматься спортом, нужно на это находить время. И нужно идти в спортивные клубы. Там не обязательно это красивые только там люди, то есть не обязательно это 2-метровые накачанные тренера-гиганты, которые никого больше не видят, или девушки только бикини ходят. Нет, там обычные нормальные люди, которые многие приходят даже в 6:30 утра на тренировку, чтобы перед рабочим днем своим посвятить какое-то время своему здоровью. Худеть надо именно, ну, действительно правильно и для здоровья. Да, совершенно верно. Ведь самым главным призом будут даже, наверное, не деньги, а здоровье всех участников, которые пройдут через проект. Ну, у нас есть такой там лозунг, получается, приобрети свое лучшее тело, что-то в таком духе. Ну, и знаете, и мне кажется, обычную физкультуру никто не отменял, что именно она поддерживает, помогает привести себя в тонус, да, вот даже просто элементарные физические нагрузки, они не только от веса лишнего избавляют, они просто поддерживают состояние... Конечно, сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат. Вспомните, как раньше наши дедушки, бабушки, мамы и папы
проводили всегда зарядку, и везде там лозунги висели. Зарядки жизнь, зарядку дело. Это действительно так, это правильно. Ну что же, мне кажется, что правильнее всех и сказали еще греки много тысяч лет назад, что в здоровом теле здоровый дух, а иначе быть не может. Так что спасибо большое за то, что были у нас. Был Андрей Шарков, главный тренер проекта «Акулья сушка». Поэтому... Я автор проекта, запомните это. В том числе. Поэтому да, если вы хотите подсушиться хорошенько и, возможно, даже попотеть, так не слабо, обязательно присылайте свои видеозаявки длиной в минуту.